Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки, по данным управления Роспотребнадзора, выявлен 101 новый случай коронавирусной инфекции. В Якутске, в столице нашей республики, выявлено 62 случая. Остается напряженной, но имеет тенденцию к улучшению ситуации в Мигино-Кангаласском улусе, где выявлено 7 случаев. По 6 случаев выявлено в Амгинском и Вилюйском улусе, где непосредственно дано указание оперативным штабам районов провести работу по зачистке непосредственно место распространения инфекции. В Верхневилюйском улусе зарегистрировано 5 новых случаев, в Верхоянском, Ленском и Намском улусе по 3. По 2 случая зарегистрировано в Алданском, Мирнинском и Аймекунском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка является сегодня основанием для принятия решения районными оперативными штабами о проведении коллективных мероприятий, летних которых мы, как правило, с вами всегда ждем. В связи с этим следите за информацией, которая сегодня исходит от оперативных штабов районов для того, чтобы строить в том числе и свое летнее времяпровождение. Уважаемые жители, на настоящий момент, безусловно, наши районы, так же, как и из республики, начинают выезжать жители нашей республики для проведения своего отпуска. У нас сегодня ряд санаториев, профилакториев, а также мест отдыхов на территории Российской Федерации в качестве условия выдвигают условия обязательного вакцинирования граждан. Я напоминаю, что в республике продолжается массовая вакцинация граждан республики. Во всех поликлиниках республики эту вакцинацию можно пройти. Сегодня дополнительная вакцина поступит в Чурапчинские, Мигино-Кангаласские улусы и Хангаласские улусы нашей республики. За сутки в целом продолжают также работать и лаборатории. Проведено 680 исследований. Всего с момента начала коронавирусной инфекции, пандемии, по ней в республике проведено 1 137 728 тестов. И за этими цифрами стоит, безусловно, работа тех, кто на настоящий момент до сих пор работает как в красных зонах, так и в наших лабораториях, достаточно в жестких условиях. Условиях тогда, когда, безусловно, хочется и всем передать слова о том, что вакцинация – это единственное, что спасет нас от новой коронавирусной инфекции. На 8 июня 2021 года в республику поступило 202 409 доз о вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину у нас уже получили 179 383 человека. На настоящий момент в поликлиниках нашей республики особенно активно ведется в том числе и вакцинация по второй дозе с учетом тех событий, которые у нас с вами происходили месяц назад, 2 недели и 3. Тем не менее, не должна снижаться по темпам и вакцинация по тех, кто впервые принимает решение о проведении вакцинации. Медики республики проводят объяснительные, разъяснительные беседы, проводят просветительскую работу и, безусловно, приглашают вас для того, чтобы сделать добровольный выбор о заботе о своем здоровье. А заботиться о своем здоровье против коронавирусной инфекции мы можем только путем вакцинации.